Час дня на Дону. ФМ на Дону. 107 в Ростове, 103.3 в Сальске, 101.7 в Целине, 101.5 в Красном Сулине, 103 в Тацинской, 103.9 в Орловском районе. Большой информационный час. Мы начинаем большой информационный час в студии на Панфилова за звукорежиссерским пультом Светлана Пушкова. Здравствуйте. Традиционно с часу до двух мы обговорим несколько интересных тем, а затем в наш эфир снова вернется хорошая музыка. Итак, в первой половине часа поговорим об информационной безопасности в Ростовской области. У нас в гостях заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Сергей Сергеевич Бондаренко. Во второй половине часа гостем нашей студии станет президент Федерации автомобильного спорта Ростовской области Олег Бахтин. Он расскажет об особенностях зимних ралли, которые пройдут в Ростове в это воскресенье. Мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, звоните по телефону 200-25-19. Нас можно не только слышать на FM на Дону, но и видеть. Для этого нужно ВКонтакте найти группу «Большой информационный час» и перейти по ссылке на веб-трансляцию. Смотрите, слушайте и звоните. Телефон 200-25-19. А мы приступаем к диалогу. Напоминаю, что об информационной безопасности мы будем говорить с заместителем министра информационных технологий и связи Ростовской области Сергеем Бондаренко. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Добрый день. Сергей Сергеевич, на сегодняшний день защита информации играет большую роль. Чем Донской регион может похвастаться в этом? Ну, мы выкладываемся в общую тенденцию роста обычных информационных систем. Информатизация сейчас на первом месте везде. Соответственно, растет и число защищенных информационных систем. У нас создана в регионе защищенная корпоративная сеть передачи данных, которая функционирует с 2007 года, в настоящее время включает более 10 тысяч абонентов. Соответственно, применяются сертифицированные ФСБ России средства криптографической защиты информации. Данная сеть для чего построена? Во-первых, важную роль сейчас играет переход на документооборот в электронном виде, система видеоконференц-связи. Соответственно, внедрение этой сети позволило в значительной мере ускорить обмен документами между органами власти и всеми муниципальными образованиями, соответственно, в защищенном виде. Вторым важным вопросом является защита сайтов органов исполнительной власти. Не секрет, что в настоящее время в соответствии с федеральным законодательством каждый орган власти должен иметь свой собственный сайт для открытости больше гражданам. Соответственно, такие работы проведены, и сайт правительства Ростовской области находится у нас в министерстве в центре обработки данных, защищен сертифицированными межсетевыми экранами под системами обнаружения вторжений. Соответственно, такое централизованное хранение, во-первых, позволяет в лучшей степени обеспечить его обслуживание, ну и, соответственно, обеспечить целостность и доступность сайтов в круглосуточном режиме. А какими силами обеспечивается защита информации в правительстве и органах власти? Кто ее защищает? Ну, на самом деле, для госслужащих кадровый вопрос всегда является сложным, потому что проводятся определенные сокращения, но в этом плане мы достигли определенных успехов. У нас в каждом органе исполнительной власти назначен ответственный за защиту информации. Соответственно, важным вопросом является переподготовка и повышение квалификации. Тут министерство выступает в роли координатора, мы внимательно за этим вопросом следим. Соответственно, плановая подготовка госслужащих должна осуществляться и повышение квалификации не реже, чем раз в 3 года. Соответственно, но она может быть и по линии просто государственной гражданской службы. Тут важна тематика именно защиты информации, потому что много выходит руководящих документов, достаточно сложных для понимания. Соответственно, чтобы вот этот вопрос регулировать, на федеральном уровне в прошлом году вышло отдельное постановление, которое регулирует вопросы переподготовки и повышения квалификации именно по вопросам защиты информации. Соответственно, мы теперь им тоже руководствуемся и организуем эту работу своевременно и в срок. То есть, грубо говоря, люди, которые этим занимаются, компетентны, у нас есть в нужном количестве. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, телефон 200-25-19, говорим об информационной безопасности в Ростовской области. У нас в гостях заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Сергей Сергеевич Бондаренко. Сергей Сергеевич, в последнее время очень много информации об увеличении преступлений, связанных с персональными данными.
нас, наших граждан. Какая есть у вас информация о том, что делают в органах власти, чтобы этих случаев не было? Ну, на самом деле, тема защиты персональных данных, она уже не новая, ей более 10 лет. Федеральный закон о защите персональных данных был принят в 2006 году. Он, соответственно, определил основные положения, и подзаконные акты были выпущены. Принятие его было связано с ратификацией Российской Федерации Конвенции Совета Европы по защите персональных данных, которая была в 2005 году ратифицирована. Соответственно, в 2006 году у нас уже вышел федеральный закон. Контролирующие органы ФСБ, ФСТЭК России в рамках реализации данного федерального закона выпустили соответствующие руководящие документы по защите персональных данных, каждый в своей компетенции. Тема на самом деле, еще раз повторюсь, не нова, много работы уже сделано, соответственно, в течение 5 последних лет внесены существенные изменения в требования по защите информации регуляторами. Об этом стоит отметить, так как сейчас по ряду моментов они даже выше европейских. То есть тут мы не только идем в ногу со временем, но даже, как всегда, где-то более требовательны к защите персональных данных наших граждан. Соответственно, отдельно хотелось бы сказать, что в декабре прошлого года была принята новая доктрина информационной безопасности. Старая доктрина в 2000 году была принята, просуществовала более 16 лет, соответственно, ну, требовала внесения изменений, и вот в новой доктрине отдельным пунктом прописаны вопросы защиты персональных данных. Да, как бы понятно, что доктрина – это как бы основные концептуальные положения, куда нужно двигаться в стране и органам исполнительной власти по защите, но, во всяком случае, вот такие изменения, фундаментальные документы имеют место быть, и на самом деле это достаточно хорошо. Если именно говорить про техническую составляющую, то в каждом органе исполнительной власти ведется обработка персональных данных либо своих сотрудников, либо в рамках государственных услуг граждан. Соответственно, такая работа, обработка ведется в аттестованных информационных системах. Ну, наверное, стоит пояснить термин аттестованных информационных систем. Чтобы система была защищена, необходимо выполнить комплекс организационных и технических мер. Когда он выполняется, по результатам этого комплекса специализированная организация его проверяет и выдает аттестат соответствия. То есть, грубо говоря, документ, который подтверждает для контролирующего органа, ну и вообще как бы для просто представителя органа исполнительной власти, что объект защищен. Вот в настоящее время во всех 32 органах исполнительной власти такие системы функционируют, проведены мероприятия по их аттестации, то есть защите. Дополнительно осуществлено межсетевое взаимодействие. Вот я ранее говорил про защищенную корпоративную сеть, то есть теперь каналы взаимодействия между этими информационными системами защищены криптографическими средствами защиты информации. То есть, в принципе, у нас сейчас достаточно неплохой базис организационно-технических мер в виде новых руководящих документов, федерального законодательства. То есть, специалист, придя в орган власти, да или в любую организацию, он четко понимает, что ему делать, начиная с федерального закона, подзаконных актов и конкретных требований. Так и непосредственно, если брать наши структурные подразделения правительства, то там проведен достаточно большой комплекс организационно-технических мер. Соответственно, каждый год, чтобы было понимание, не так объект аттестовали и забыли. Во-первых, аттестат соответствия действует всего 3 года. Через 3 года необходимо проводить повторные мероприятия. Для чего это делается? Ну, во-первых, системы модернизируются, что-то меняется, необходимо вносить изменения. И второе, каждый год необходимо проводить контроль эффективности. То есть в системе, которая обрабатывается персональные данные, каждый год проводится какой-то определенный контроль и дополнительно настройки, ужесточающие средства защиты информации. То есть такой достаточно серьезный комплекс и технических мер. То есть все надежно. Сегодня, на сегодняшний день. Какие примеры защищенных информационных систем можете привести?
Ну, на самом деле сфера защиты информации достаточно узкая, да, это такой клуб по интересам определенных людей, которые с этим сталкивались. Поэтому вот именно как широкую такую информационную систему мне бы хотелось, во-первых, сказать про проект «Электронное правительство». Все про него слышали. Портал государственных услуг достаточно давно уже функционирует. У нас в министерстве есть статистика, растет постоянно доля зарегистрированных граждан на портале государственных услуг. Соответственно, теперь особенно молодежь пользуется услугами в электронном виде. Планируется в перспективе реализация и функции портала, в том числе и социальных сетей, чтобы больший круг привлечь к этому вопросу. Теперь, что касается защиты информации, наверное, всем будет интересно, что когда в электронном виде гражданин свои персональные данные загружает на портал, куда они дальше попадают? Они попадают, соответственно, в информационную систему органа власти, по которому заявление, ну, в зависимости от направления. Весь транспорт, то есть каналы связи, защищены, применяются сертифицированные средства защиты ФСБ России. Информационные системы конечных пользователей, то есть заявка поступила, допустим, я подал заявку на портал, она сразу же поступает к чиновнику на рассмотрение, поступает в информационную систему курирующего министерства. Отдельные клиентские места, где непосредственно сотрудник работает, они аттестованы в настоящее время по требованиям по защите информации. Ну, наверное, такой вопрос будет с подковыркой, а центр обработки данных, где все это скапливается, хранится, он же должен быть защищен? Соответственно, да, там тоже проведены работы по защите информации, он аттестован по требованиям безопасности достаточно как бы по серьезному классу. То есть, грубо говоря, обычный гражданин, когда подает заявку, может быть полностью уверен, что куда бы она у него ни переходила в рамках государственных услуг, куда бы запросы ни направлялись, что каналы связи, что отдельные информационные системы защищены в настоящее время в соответствии с действующим законодательством. Ну и, повторюсь, ежегодно проводится контроль эффективности. То есть это не один раз мы мероприятие провели и забыли. Это постоянный комплекс технических мер. То есть защита информации на самом деле это постоянный процесс, потому что угрозы возникают постоянно, нужно их парировать и нейтрализовать. ФСБ России – это единственный регулятор в сфере защиты информации или нет? Это, наверное, самый известный регулятор в сфере защиты информации. Его знают все. У нас, когда в министерстве проходит преддипломная практика студентов по защите информации, я тоже задаю такой вопрос. Вот ФСБ мне называют все. Поэтому, пользуясь, наверное, прямым эфиром, я озвучу, кто у нас еще регулирует данную сферу. Соответственно, это Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. Она занимается противодействием иностранным техническим разведкам и технической защитой информации. Соответственно, разрабатывает руководящие документы и по защите персональных данных, и по защите сведений, составляющих государственную тайну. То есть это как бы основной регулятор. Отличие ФСБ, да, вот спросят, в чем отличие ФСБ, почему два органа власти? ФСБ регулирует именно защиту информации криптографическими методами, то есть каналы связи, средства защиты шифрования. А непосредственно сокращенное именование службы ФСТЭК России, оно регулирует защиту информации не криптографическими методами. В процентном соотношении объем такой защиты больше на самом деле. Ну и сложнее ее как бы защищать, потому что сложный комплекс мер. Ну и третий орган исполнительной власти – это Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, сокращенно Роскомнадзор. Они занимаются защитой прав граждан в сфере их персональных данных. То есть, если гражданину у него какие-то вопросы или сомнения, или он хочет подать жалобу по защите персональных данных, он обращается в Роскомнадзор. То есть, получается, если брать только сферу защиты персональных данных, идеолог там Роскомнадзор, а ФСБ и ФСТЭК России, они разработали в рамках постановления правительства требования по защите персональных данных. Сергей Сергеевич, чем был примечателен 2016 год, прошедший год? Ну, на самом деле, в предыдущие года мы проводили работу больше по увеличению количества аттестованных информационных систем, увеличению количества средств защиты. То есть, а в прошлом году мы решили сосредоточиться непосредственно на популяризации мероприятий, связанных с защитой информации. В сентябре прошлого года провели конференцию по информационной безопасности, в которой приняли участие большое количество субъектов Российской Федерации.
дополнительно в рамках разъяснения требований вновь вышедших документов на базе управления Федеральной службы по техническому экспортному контролю провели методический сбор со специалистами. Это позволило, во-первых, разъяснить новые документы, непосредственно вживую пообщаться с контролерами, кто придет проверять, наладить достаточно серьезное взаимодействие. Если смотреть комплекс технических мер, то я бы, конечно, отметил модернизацию средств криптографической защиты во всех органах исполнительной власти. Соответственно, теперь мы применяем для защиты средства только отечественного производства в рамках политики импортозамещения. Большая была работа, и мы ее завершили в прошлом году. А о планах задач Министерства по защите информации в 2017 году. Что скажете? Вот каждый год в Москве проводится серьезное федеральное мероприятие «Инфофорум». Наши специалисты там бывали неоднократно. Это такой достаточно серьезный клуб по интересам, который объединяет представителей федеральных органов исполнительной власти, регуляторов, организаций, которые производят средства защиты информации. И, соответственно, так как он проходит в Москве, все это проводится на уровне первых лиц. Вот мы в предыдущем году напряженно вели работу, чтобы в качестве пилота попытаться в этом году провести инфофорум в Ростове на Донской земле. Ну, хочу с радостью поделиться новостью, получено положительное заключение, соответственно, будем мы готовиться и проводить инфофорум теперь на Дону, поэтому приглашаю всех заинтересованных принять участие, я думаю, будет очень интересно. Ну, а с точки зрения развития инфраструктуры защиты информации, мы перед собой ставим планы внедрения единой системы централизованного контроля мер, принятых по защите информации в органах власти. Это позволит, во-первых, немного разгрузить тех ответственных за защиту информации, о которых я говорил, благодаря автоматизации. То есть теперь ряд документов, которые необходимо будет оформлять, они будут делаться в автоматизированном режиме. Ну и, соответственно, позволит повысить общий уровень информационной безопасности за счет централизации и внедрения новых мер защиты. Благодарю вас за беседу. Спасибо. Напоминаю, что о защите информации, в том числе и персональных данных, мы говорили с замминистра информационных технологий и связи Ростовской области Сергеем Бондаренко. Далее слушайте интервью о ЕГЭ для взрослых с министром образования Ларисой Бальной. А далее гостем студии станет президент Федерации автомобильного спорта Ростовской области Олег Бахтеев. Он расскажет об особенностях зимнего ралли, который пройдет в это воскресенье. Большой информационный час. У микрофона Наталья Тарасова. Здравствуйте. Вы слушаете радио ФМ на Дону. Сегодня в нашей студии министр общего и профессионального